Фу. Я после этого неделю отмываться буду. Чейз, это я. Ты в банке? Я в канализации. Ого! Может быть, ты не туда свернул? Шучу, шучу. Я тут почитываю инструкцию по использованию краскомета. Да? Да. Нужно наполнить его краской с помощью специального заливщика. Вряд ли такие заливщики стоят в канализации на каждом углу. Возможно. Но чую, там найдется одна такая штуковина. Надеюсь, в химчистке предусмотрены скидки для полицейских. Лучше даже не думать о том, как этот ключ здесь оказался. Но стоит подумать, почему он подходит к этому замку. Этот красный электрощит выглядит внушительно. Фу, кажется, кто-то подсоединил унитаз не к той трубе. Полагаю, это и есть заливщик краски. Сейчас краскомет заполнен чем-то зеленым. Здорово! Если увидишь электрощиты, которые светятся красным, то можешь включить их, пальнув по ним из этой штуковины. А, я видел один такой над решеткой. Знаешь, я всегда хотел увидеть этот мега-изумруд. Говорят, он размером с башку здорового мужика. Он принадлежал королевской особе, но она продала его, так как использовала в качестве брошки и надорвала спину. Я позвоню. Я тут еще немного почитал. Ищи заливщик красной краски. Понял. Заливщик красной краски. О, этот изумруд должно быть самый совершенный в мире. Не то, что эти бесполезные стекляшки, которые добывают в шахте Колокольчикова. Ну, они имеют кое-какую ценность, но эта штука вообще... Thank you.
Что за... Как можно спустить надувной матрас в унитаз? Нашел этот заливщик краски. Наполнив краскомет красной краской, ты сможешь с его помощью отключать всякие электрические штуковины. Просто поли по зеленым электрощита. Прям как в старые добрые времена, когда я сам грабил банки. Только в этот раз вместо меня своей шкурой рискует другой. Почитаю-ка я еще немного. Чую, что этот каменюга уже почти в моих руках. Мега-изумруд сделает меня пустословно богатым! Ты знаешь кого-нибудь, кто возьмется продать его? Это ни к чему. Мы крадем его под заказ. Я уже некоторое время работаю на частного покупателя, и ему не терпится заполучить этот камешек. Так что не облажайся. Последний, кто облажался? Ох, ёлы-палы. Ему не повезло. Что случилось? Я не мог позволить, чтобы такой человек продолжал работать на меня. Теперь он кормит рыбок. Что? Ну да, он ночной сторож в океанариуме. Я позвоню. Надо скорее найти этот изумруд, пока меня не схватили. Эй, Чейз, наконец-то тут что-то стоящее. С помощью краскомета ты можешь сделать любые предметы серебряными. Ну тогда зачем грабить банк? Все
серебро они не превращаются, но серебряное покрытие делает их блестящими и наделяет отражающими качествами. Это полезно, когда надо иметь дело с лазерными лучами, усёк? Да, здесь это может пригодиться. Отлично. Если увидишь заливщик, наполник раскомёт серебряной краской. И не проморгай мега-изумруд. Позвони мне, когда выберешься из хранилища. Изумруда там не казалось. И тут тоже. Вот и камешек. Кто бы вы там ни были, вы нарушаете закон! Фил, они, наверное, уже в курсе! Незамеченным пройти вряд ли удастся.